перестаньте все делить. Это ум разделяет все. Забудьте о иллюзии. Все реально. Все есть данность. И живите в этой данности свободно. Иллюзия – это отсутствие осознанности. Будьте совершенны, и все будет как реальность, уходящая в вечность. Реальность становится иллюзией, когда вы к чему-нибудь привязываетесь или что-то удерживаете, пуская данность. Все течет, движется, меняется. В погоне за мнимой реальностью вы теряете ее, потому что любая привязанность ограничивает ваше движение в потоке вечности и создает иллюзию радости. Живите просто от сердца, будьте собой. Пока вы чувствуете и ощущаете через органы тела, то и пользуйтесь этим. Но как познанием, чтобы оставаться внутри себя свободным? Ваша задача – осознавать несовершенство. Осознавая, любая иллюзия превращается в реальность. Будьте осознанны и едины.